покупать эту заварушку. Бля, Андрюх, это же охуенно было! Да, прыгай! Я понимаю, что у меня даже другого шанса больше не будет. Его надо использовать по максимуму. Может, знаешь, что ебанем? Раз я сам не могу прыгнуть, давай я буду какой-нибудь монолог вести. Что-то говори, ты уебаешь просто. Думаешь? Да я хуй знаю. Я просто не хочу вас реально уже тоже задерживать, я понимаю. Давай. Ну, блядь, так еще страшнее. Я попробую сам это сделать, но... Если я сам прыгну, это будет, конечно, охуенно. Это было пизда. Вас! Ты красава, пизда! Бля, я реально как тёлка ломался, это охуенно же! Я просто полчаса мужикам мозги ебал! Там, блядь, 500 миллионов видео, где я стою как сучка ною! Да! Но я вот эту хуйню не заснимаю, как я спускаюсь, блядь. Потому что у меня память на телефоне кончилась, прикинь. Ну вот этот твой тип, ебать, он красиво сделал. Я базарю, это было охуенно. Ну мы с ним договорились, я говорю, давай, короче, вот я сейчас веду с собой монолог, а ты меня в моменте неожиданности, короче, просто ебашь. Только начинаю говорить, он мне ча-ча. Это... Ну, блин, ты зря так долго стоял, вот это легче. Да, 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 я понимаю. Ты, сюда, ты же даже не боялся. Это был, нет, это реально был страх. Да? И я его не сам чувствую.